В самом разгаре период, когда выпускники выбирают, куда поступить и учиться, в числе наиболее востребованных вузов по-прежнему считается Тверской государственный университет. В этом году набирает обороты интерес к химико-технологическому факультету ТВГУ, где в эту пятницу состоялся день открытых дверей. Губернатор Тверской области Игорь Руденя регулярно напоминает о важности качественного образования и поддержки развития науки в регионе. В нашем регионе действуют различные программы стимулирования молодых ученых, например, в виде специальных ипотек и квот для юных специалистов. У нас подготовлен целый пакет по поддержке ученых. С нашей стороны самыми востребованными будут государственная премия молодым ученым, премия губернатора Тверской области. Уже есть первые номинанты, достижения которых могут быть использованы в практической плоскости. Кроме того, востребованной будет ипотека для молодых ученых. Очень важно, когда все работает в комплексе. Есть молодые ученые, есть наука и есть практическое применение. Особенно важным в последние годы стало масштабное развитие естественно-научных специальностей и технических направлений, поскольку сейчас требуется перенастройка отечественного производства и нужно готовить экспертов для самых разных областей. Химико-технологический факультет Тверского государственного университета готовит востребованных специалистов широкого профиля. На базе технологического образования можно строить свое будущее. И будущее свое, будущее своей семьи, и причем одновременно работая на благо и нашего Тверского края, и нашей страны. Уникальность химико-технологического факультета не только в многопрофильном образовании и возможности получить востребованную специальность, но и в возможности реализовать здесь все уровни высшего образования. Пройти путь от бакалавриата до присвоения кандидатской и докторской научной степени. Кроме того, факультет предоставляет возможность получить два высших образования одновременно. Одно по направлению химии, а второе – любое на выбор, что дает большой шанс стать действительно востребованным специалистом в желаемой сфере. Если посмотреть на сегодняшний день на востребованность специальностей, то химики стоят на одной горизонтали с айтишниками. Химия, она связана с чем? С фармацевтической промышленностью. Она связана с пищевой промышленностью, то есть конкретно с продуктами питания. Она связана с криминалистикой. О важности и актуальности химико-технологического образования в наше время рассказал доктор химических наук Павел Пахомов. На основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена можно готовить бронезащиту, то есть так называемые материалы двойного назначения. Ну и другие работы, бактерицидные материалы, экологическая направленность, криминалистическая химия, фармацевтическая химия. Хочу сказать, что квалифицированные специалисты сейчас везде нужны. Факультет ведет подготовку специалистов, способных принимать технически безопасные и экологически правильные решения, что особенно важно в современных реалиях. Выпускников вуза уже ждут потенциальные работодатели в научно-исследовательских институтах, на ведущих промышленных предприятиях и в образовательных организациях. Кроме того, теперь возможность получить перспективное образование стало больше. В прошлом году химико-технологический факультет предлагал абитуриентам меньше 100 бюджетных мест, а в этом году уже 125 человек смогут поступить в ТВГУ на бюджетную основу. Подготовка сильных кадров служит развитию экономики региона в целом, позволяет создавать новые производства и рабочие места, совершенствовать инфраструктуру и повышать качество жизни, что в итоге позитивно сказывается и на демографической ситуации. Качественное образование обеспечит выпускникам успешное будущее, а это развитие региона и всей страны. Я уверен, что такое будущее вас ждет. Давайте его сделаем вместе. Добро пожаловать в Тверской государственный университет на химико-технологический факультет. Спасибо.